У вас случилась паническая атака. Вы, значит, пришли домой, вас посмотрели косо, вы решили, что жизнь не удалась, пошли к себе в комнату, и вдруг чувствуете, как что-то с сердца заколотилось. Вы так, ох, ох, выбегаете, говорите, что-то с сердцем. Вот, ну, скорую помощь звать там и так далее, все приезжают, там проверяют это все. Вы думаете, умрете уже 5 раз, выбрасываетесь в окно, чтобы смотрите, где скорая помощь приехала. Нет, вы представляете, какой стресс, если вы думаете, что вы помираете по-настоящему. Сколько выделяется гормонов, которые способствуют росту нейронных клеток во время стресса. Вагон. И вот вы пережили паническую атаку. Иногда бывает, что человек в комнату заходит, например, и у него начинается паническая атака. Он даже не знает про это, но на самом деле вот эти факторы, которые внешние, она на вас действует, вы даже сами не понимаете, и у вас что-то начинает вот это все. Потому что мозг все связал, он думает, вас здесь убивали. Он же не знает, что вы сами себя довели до конвульсии. Если бы вы заходили в комнату, где вас убивали, вы бы как себя чувствовали? Я думаю, вы бы не алло. Ну, вот, так чувствовали бы себя, неважно. Но вы же не знаете, что это такое. Почему надо собственной комнаты бояться? Это надо уж совсем быть ку-ку, правда? Вы же не в большой психиатрии, вы пока в малой.